Посмотрим, чего ей не хватает для левелапов. И туда сольем оставшуюся энергию. Теодон. Сигней с магаза не хватает. Да сейчас что-нибудь найдем. Кстати, пушки эрудиции у меня как будто и не качано. Типа важность завтрака, не уверен, не знаю. Может быть, забрать сервал не очень хочу. Сейчас разберемся, сейчас разберемся. Так, мне вот еще как раз нужны вот эти застойки, да? Несколько штук. Без накачать с чашечкой кофе. Я сегодня с утра кофе уже выпил, мне больше нельзя. Мне хватит. У меня еще кофе не очень хорошо сейчас пить со своим... А, я забыл, как там эта болезнь называется. Короче, что-то там с пищеводом у меня. А-ля гастрит. Только с пищеводом. Пищеводный гастрит. Смотрел стримы Вувы, войс-актера Сайна, так орал с него, что он говорит, не могу перестать смотреть на молнию Скар... А, это, видимо, многие говорили. Ее даже вроде пофиксили уже или нет. Рефлюкс? Нет. Нет. Эза, что-то там. А, ну я вторую половину этого слова все равно не хочу произносить. Осуждаемое. Да-да, вот он, Мартин ТВ, ага. Смотрите, Twitch может не любить это слово. Не знаю, зачем я взял антирину, но ладно. No more dice. Моя болячка тоже. Ну вот, короче, да, я недавно проверился у гастроэнтеролога, делал этот... Опять эти фолловеры. Отличные. Сейчас мне надо микс-этап быстро выключить. Блин, микс-этап вырубайся быстрее, а то ты из-за фолловеров можешь это... Я лучше диспетчером даже выключу. Возможности... Снять задачу, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Молю, все, снялась. Опки. У меня, кстати, даже не включенный фолловер-алерт все еще. Кусок говна на накрутчике. Да, да, плюс фолловеры. Угу. Осуждаем. Так, 33, скорее всего, не хватит. Там 37 надо? А, 35, по-моему, надо было, да, для химики. Мисс Химика, возвышение, две штучки. Поехали, еще заберем. Может, на кого-то еще понадобится. Хэнзап, что там, кто там квантовый есть? Скоро клевый квант появится, да? Че, как будто хил, так в среду? В среду в 2 часа. Все косой. Много английских афоризмов, ой, сдолбался в них разбираться и начал скипать. Ты прям вот эти музыкальные какие-то термины. Чуть сигну бронь не выкупишь, боюсь, что не хватит круток в следующем патче. Не, мне должно всего хватить. Почему? Потому что она мне не нужна. Так же, как и сама броня, которая не используется особо. Конечно, хорошо бы кому-то из персов гармонии выдать, наверное. Такс, ну привет. Ага, у меня есть у Герты этот, ну... Слушайте, смотрите, что есть. R4, когда владелец побеждает противника, крит урон повышается. R4, отдых гениев. Блин, звучит балдежно, гораздо круче, чем какая-нибудь пососная важность завтрака. Поехали. Отличный конус. Вообще супер. Берем, качаем. Он мне столько раз падал, и я такой, фу, отдых гениев, он мне не нужен. А в итоге, ну, так-то.
Пятый 50 на 50 подряд выигран. Ранний это пас дома, теперь нет только зелья. Янчика, Байлу и Хо-Хо. Пока он почти реально жестко, кстати, жестко. Так, синтез материалов. У меня здесь синих полно. Мне они все равно пригодятся для прокачки, поэтому можно сразу 40 ключей бахнуть, да? Это я заранее готовился. Это я знал, ждал. Хорошо, Химик, поздравляю с хорошей пушкой. Отдых гениев, кстати, лучшая пушка для Герты. То есть, по-твоему, лучше будет выдать отдых гениев Герте, а Химике отдать деву за рождение себя? Ну, как бы не знаю. Если текущее ХП противника ниже или равно 50, это литерали момент, когда Герта нажимает свою бонус-атаку. Ну, типа... Ну, чё-то не. Так. По предвену. О, божечки. Какой ужас. Так, ну поехали. Следы. Чё у неё вообще? Исполнение атаки имеет шанс на жизнь горения. Понятно. Повышает урон по противникам со статусом горения. Текущее ХП выше 80 или равно. Крит шанс плюс 15. У химики свой крит шанс 15%. Хера. Ну, кстати, ХП выше 80 держать с той же Фусией может быть не так просто. На самом деле. Я ее наверняка с этой буду брать. Так, огненный урон за 8 штук. Не, давай пока что повременим. Здесь за 3 норм. Здесь норм. Давайте базу. Пока на четвертом. Возрождение себя на Герте лучше, да, конечно, лучше. Господин Конус на нее, кстати, сам Изай вместо сигны генерала. Жесть. Так, здесь восьмерки, это капец как дорого. Так, при пробитии уязвимости получает заряд и наносит урон. Ага. Поехали минимум 2 раза. Давай ульту еще чуть-чуть. Ну, Ешку иногда будет нажимать. Ну, еще ульту чуть-чуть. Частая база. 3 фиолетовых осталось, да? 8. Ну, вот огненный урон пассивно бы качнуть сейчас, да? А еще. Давай начнем с 9 уровня здесь. Огненный урон здесь. Звучит балдежно, сильная химика. Так, получается здесь забрать круточки. Сегодня закончился следами. У меня теперь у всех персов все следы 8-11 в зависимости от созвездий. Солидно. Релики. Ну тут мы точно что-то найдем. Я уверен. Скорость, сила атаки, но нет критов, да? Крит шанс, крит урон, сила атаки. Блин, ну химика, конечно, круче Герты. Может у нее забрать? Ну, кстати, химик это чуть больше от скорости зависит, чтобы пробитие делать в теории, чем та же Герта, да? Ну, вообще, вот здесь крит шанс, крит урон, ну, вот это вот, это прошлая шапка Герты вроде бы была. 5 на 11, 1, 2 ролла, здесь 2 ролла, 1 ролл скорости. Давайте как-нибудь так оставим. Герте самое лучшее. Так, здесь 2 на 6 критов, 11 атаки. Почему у лисы... А, у лисы 8 скорости, офсетник, я понял. 14 атаки, ага, я понял. О, крит урон. Крит урон, 12 атаки. Ну, статы, конечно, оставляют желать лучшего, да? Нет других каких-нибудь курток из этого сета? Есть на бонус исцеления, вот это. Класс. Кстати, вот есть крит шанс, но с такими субстатами это качать, конечно, смешно. Есть еще... Ну, кстати, я не знаю, даже трехстатник есть смысл посмотреть. Странно, что я его не подлочил. Атака. А там у нас что? А там у нас... По статам сила атаки 12. Ну, тяжело будет побить. Тоже трехстатник был, да?
Да не, вряд ли. Планарки я еще не трогал. Блин, а может быть это кашную дать? Вдруг вот здесь статы мощные выпадут? Ну, нет. Жаль. Увы и ах. У меня сейчас будет, кажется, 10 на 200, да? Где брать критшанс, кроме ее 15%, да? Хороший вопрос. Критшанс 5,8. Неплохо. Хоть что-то. Так, бонус огненного урона, да, желательно в... А, ну, откуда у меня бонус огненного урона в этих? Даже если есть, он, наверное, стоит на... Да, на топаз. Сила атаки, скорость. Я думаю, мне нет смысла сейчас брать Салсоту. Я думаю, есть смысл поставить вот эту штуку. Блин, а кто у меня будет одним и тем же путем идти ради 12 крит шанс? У тебя была куртка на Кашана, она трехстатная была и без статов. Может быть, есть смысл, кстати. Нет, подожди, она была четырехстатная и без статов нормальных. Ну, здесь разве что флет-атаку пробития наролить. Ну... Типа... Так, Герта... А, идущая тем же путем, а не тем же элементом. Я всегда путаю эту штуку. Вы правы, кстати. Ну, кстати, эффект пробития выпал. Может быть, не так уж и плохо. Может, реально каша-куртку поставлю, вот эту защиту. Еще пробитие. Ну, пойдет, наверное. Пойдет. Будет пробиватор химика. Очень странная куртка, но... Минус 12 атаки. Ух, 51 на 60. Ну ладно, здесь крит урон отсюда еще. Плюс 15 крит шанса у нее из следа, то из следа, да, то есть 66 на 100 на данный момент. Криты, конечно, собрались. Уф. Уф. Еще посмотрим, что здесь, да. Фантовый сет. Кстати, есть же этот сет. Я вообще забыл о его существовании. Он же и крит шанс, и крит урон за убийство врагов. Да, он же чисто для бонус-атакеров. Но здесь нет огненной сферки. Нет, есть, смотрите-ка. А давайте попробуем. Причем это как крит шанс. Да, я забыл о его существовании. Эх. Давай еще два раза в крит шанс хотя бы помолю. Хорошо, есть этот сет на огненные... О! Ну-ка, смотрим. Так, опять они же все разбирают, да, вообще? Блин, не, подожди-ка. Выбрать все с меткой на выброс. Ну, давай попробуем, чё. Защита флэт. О, боже мой. О, нет, ну хватит. Ну, молю, вкрыть шанс. Флэт атака, ясно. Leave it all behind. Get ready now. 9 крит шанса, 19 пробития. Space Sealing Station. У меня, скорее всего, в Space Sealing Station нету особо этих. Да и 120 скорости где для химики взять.
Ну, лучше, чем, блин, я не знаю, ничего, да? Да, тут, конечно, смешные локи. Скорость восстановления энергии. Если цепь будет, пойдет, так в том-то и дело, что цепи не будет. Можно он ее в пробитие собрать скорости и дать кек. Сила атаки, эффект пробития для шанса эффектов. О, ужас. Есть еще вот такая вот. Но это прям хорошая, это сложно перебить будет. Давайте попробуем, конечно, но... Last в саппорты, ну да, это какое-то говно получилось. Сейчас посмотрю на веревку, но мне кажется, у меня особо нет веревок. Короче, что делать? Качаем химику. Для вымысла. Ну вот Space Ceiling здесь вот тут. Офигеть, как... Ну ладно, такой средненький, потому что шанс эффектов есть. А, и все, нету. Попробуй скрафтить 5 сферок на рандоме. 5 сферок из какого сета ты мне хочешь? С пивного? Так у меня нету веревок. У меня проблема не в этом. У меня проблема не в сферах. У меня проблема в веревках в основном. У меня на самом деле сфер гораздо больше, чем веревок на атаку. Скрафти веревку. Да я вот думаю, видимо, Space Ceiling придется веревку покрафтить, попробовать. Есть вот из этого сета, да. Идущего тем же путем. Давайте вот это вот попробуем. Вдруг там крит шанс какой-нибудь. Крит шанс-то выпал, только вот сопротивление эффектом насыпало. Но все еще шансы есть. Скорость. Крит шанс. Веревка-то хорошая, кстати, в целом. Для много кому подойдет, кто носит этот сет. Ну, здесь явно не лучше. Ну, кто... А этот сет может носить кто угодно практически. Пофигу, собирай статы. Да нет, хочется сет закрыть какой-нибудь. Можно попробовать немножко, да? Веревки говорить, синтез. Ну, 5 штучек реально можно. Ненастраиваемый. КП в мусор. АТК. Опа, скрыт уроном. АТК. Ну, попробуем 4-й стат. Эффект пробития с силой атаки с скоростью. 10 скорости в 4-статнике и пофиг на сет. Отдать какой-нибудь ГГшке, а? Ну, вряд ли. 12. Ну, ладно, можем просто попробовать, чисто по фану, да? Ого, защита. Крит шанс, крит урон. Увеличивает силу атаки. Офсетником кому-то? Не, вряд ли. Давайте попробуем. Так, есть две веревки на атаку, да? Welcome to my world. С днем защиты. Спасибо. Крит шанс, крит шанс, крит шанс, крит. О! Так че вообще? О! Ну все, сет найден. Даже несмотря на последнюю защиту, да? Пойдет. Сначала без защиты апнул, что на новую. А что там, какая? Там же еще 3-статник один был, по-моему, да? Вот этот. Защит. Ну ладно, тут уже как бы. Сколько примеров ХСР будешь стримить еще? Ну я думаю, где-то часик мы будем проходить этот. Так, ну давайте смотреть. 61 плюс 15 крит шанса, то есть 76. Плюс здесь 3, 30 или сколько дает? 40.
Плюс 40, то есть 130 крит урона, 70 на 130, неплохо в целом, неплохо. Плюс 3500 атак, цифра неплохая, скорости почти нет, но это не важно. Нормально, нормально. Следы подкачали, рельки пойдет, айдолончиков нет, пушка есть. Ну что, двигаемся тогда. А, ну у меня, в принципе, еще энергия есть. Но есть еще один интересный способ ее потратить. Тара-т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 ара
Ой. Когда-нибудь я ее начну тратить, да? Так.